Привет! Это видеоальбом художника Тинг. Сегодня я буду в первый раз рисовать акрилом. Моей моделью стал Нано. Я сделала пару скетчей, и мне больше понравился тот, что с хвостиком. Я купила 5 цветов – синий, желтый, голубой, карминовый, и у меня был белый в баллончике. Вы знаете, что есть 3 главных цвета, от которых идут другие цвета – это желтый, синий и красный. Но учтите и не забывайте, если желтый будет слишком теплый или темный, то цвет при смешивании может быть грязным и получиться другим. Еще многое зависит от свойств краски. На свой страх и риск я буду мешать, надеюсь, все будет хорошо. О плюсах акрила: он быстро сохнет, после высыхания он не смывается водой, легко отмывается от рук и пола, нет сильного запаха, в отличие от масла. Долгое время я обходила данный материал, но оказалось очень зря. Я почему-то думала, что это как гуашь, мне не очень нравится текстура гуаши и запах, настолько, что я использовала художественное масло, которое пахнет... Но, на мой взгляд, все-таки приятно. Но масло тоже не мой материал, я использую его крайне редко. И все-таки про акрил. Мешается он легко, смешивается тоже хорошо. Я немного торопилась, я могу работать намного аккуратней. Посмотрим, теряет ли цвет при высыхании. Но спойлер, нет, вроде остается таким же ярким. Холст мне когда-то подарили, и вот, наконец, я его использую. Страшно всегда вот так начинать без карандаша, но пусть рука привыкает. Кролик Нано – один из моих персонажей. Мне хочется посвятить ему еще больше иллюстраций, а в дальнейшем рассказ. В не самое спокойное время мне хочется отстраниться от грустных картинок. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь. В описании есть ссылка на Boosty, буду очень рада поддержке. Это позволит мне покупать, пробовать новые материалы, радовать вас обзорами. Спасибо и до встречи!